семья и дети – это будущее нашей страны. В этих поправках, ну, на мой взгляд, основное, что приоритетом признается политика в этой области, политика в области демографии. Так случилось, что, если привести пример, так случилось, что в 90-х годах мои дети родились на территории Ненецкого округа, и тогда было не встретить на улице родителей, гуляющих с детскими колясками. Государство приняло ряд мер, и вот сейчас ситуация совсем иная. Я нисколько не сомневаюсь, что вот вновь вносимые поправки, вот их пакет, который относится вот к семейным ценностям, защите прав детей, семьи, ну, улучшит эту ситуацию намного.